Уже пятый раз во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Посетил его и губернатор области Станислав Воскресенский. Он рассказал коллегам из Японии о потенциале Ивановского региона, презентовал наши территории опережающего развития. Упомянул о наших сильных вузах, компаниях, которые вышли на мировые рынки. Воскресенский уверен, что предприятия могут и хотят учиться. Они готовы перенимать опыт, чтобы повысить конкурентоспособность. В нашей области японцам рады и готовы создать самые благоприятные условия для сотрудничества. В ходе круглого стола спикеры обсудили развитие новых транспортных коридоров и реализации совместных инвестиционных проектов. Во многом из-за уровня образования к нам переезжают сегодня подразделения крупнейших российских компаний. Создают у нас так называемые бэк-офисы. Особый наш приоритет – отрасль здравоохранения. Мы намерены построить современную систему здравоохранения не просто как социальную сферу, а как важную отрасль экономики региона. Наличие у нас сильной медакадемии, реализация нацпроекта здравоохранения, который инициировал наш президент Путин, логистика до крупных мегаполисов – все это поможет добиться нам успеха. Мероприятие деловой программы Восточного экономического форума проходит с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.